Так, по работе я приехал на горнолыжную трассу с верхней стороны. Поднялись мы по данной дороге. Это первое мое видео, которое я выложу в YouTube. Сначала для закрытого обозрения, потом для всеобщего обозрения. Хотелось бы выделить, что я приехал сюда для того, чтобы сдать спецтехнику в аренду. Вот вы видите, здесь спецтехника стоит. Работа здесь уже длится 3 месяца, уже почти все закончили. Здесь будут строить горнолыжную трассу под Универсиаду 2017. Вот как раз, получается, встретимся непосредственно на Ниве. Приехал Олег, сейчас я поеду с ним встречусь.